21 мая в Международном выставочном центре Молдэкспо открылись сразу три выставки. 21-я Food and Drinks, 21-я Food Technology и 19-я Packaging Depot. Участники из Молдовы, Греции, Италии, Польши, Румынии, Украины, Франции и Чехии представили современные тенденции развития рынка продовольственных товаров, оборудования и технологий пищевой промышленности, а также в сфере упаковки продовольственных товаров. Мы постарались представить все сегменты нашего молдавского рынка. Это и молочная продукция, и мясная продукция, кондитерские изделия, пряности, специи, чай, кофе. Вы можете найти здесь шикарные изделия. Все того, что готовится у нас в Молдове. И все то, что всегда украшит любой праздничный стол. Кроме этого, есть новейшие технологии и оборудование для производства этих продуктов. На долю молдавских брендов пришлось около 80% представленных стендов. Компании представили все то, чего на молдавском рынке еще не видели. В этом году компания Rodals запустила два для себя очень амбициозных проекта. Первый проект – это производство шкафов предварительных настоек для хлебобулочных изделий. Это впервые с поддержкой наших зарубежных партнеров. И второй проект – это производство замороженных, шоковой заморозки хлебобулочных изделий, которые ориентированы на экспорт в Европу по европейским стандартам. В рамках выставки планируются разнообразные мастер-классы, как по приготовлению коктейлей и кофе от чемпиона мира Этера Диана, так и мастер-класс по французской выпечке. И разнообразные конкурсы на самый вкусный хлеб от молдавских производителей и профессиональный международный конкурс «Новинка года».